Всем привет! Принесли сегодня вот такой вот сабвуфер. Говорят, не работает. Что-то в нем там внутри гремит. Включим. Включается. Гудит. И все на этом. Сейчас разберем, посмотрим. Так, для разборки нам понадобится открутить 1, 2, 3, 8, 9 болтов. Раскрутил 9 болтов. Снимаем крышечку. Что мы здесь видим? Здесь мы видим ключик от автомобиля Audi. Каким он сюда образом попал, непонятно. Также отвертку отцепляем, разъемы от платы. Посмотрим, что здесь. Вот такая вот плата, трансформатор, сам усилитель. Сейчас проверим питание на плате. Питание на плате имеется, на микросхему питания приходит. Скорее всего, вышли из строя микросхемы усилителя. Так, значит, у нас здесь установлены две микросхемы усилителя. Вот одна микросхема, вот вторая. Вот эта микросхема идет непосредственно на сабвуфер. Вот эта микросхема идет на выход на другие колонки, две, на левую и на правую. Вот эта вот микросхема работает, звук с нее выходит на колонки. А вот эта микросхема очень тихий звук и гудит, фонит при подключении. Подключил сабвуфер вот на эту микросхему. Прекрасно, динамик работает. Ну, значит, напрашивается вывод какой, что микросхема вот эта вот вышла из строя. Сейчас отпаяем вот этот вот радиатор. Посмотрим марку микросхемы. Если есть такая в наличии, будем менять ее. Наносим флюс. Извлек радиатор. Так, радиатор извлечен. Такая вот здесь микросхема UG2025. В наличии такой у меня нет. Сгонял по-быстренькому в магаз радиодетали, приобрел вот такую вот микросхемку. Микросхемы UG2025 в наличии не было. Приобрел вот такую вот, полный аналог TEA2025. Сейчас будем ее устанавливать. Вот она, неисправная микросхема UG2025. Менять будем вот такую TEA2025. Наносим флюс. Выпаиваем микросхему. Выпайку произвожу вот с таким приспособлением, олово отсосом. Нагреваем олово. Оп, ушло. Оп, ушло. Так, все. Отпаял микросхему. Извлекаем. Микросхемку установил. Теперь будем ее запаивать. Припой использую вот такой вот. Кайна 53 на 37, диаметр 0,6. Внутри стержня присутствует флюс 2%. Запаиваем микросхемку. Так, микросхемку запаяли. Намазываем микросхемку термопастой. Устанавливаем радиатор. Произвожу запайку радиатора.
Радиатор запаял. Отмываю плату. Платку отмыл. Теперь будем собирать, проверять. Отключил питание. Включаем регулятор. Включаем динамик сабвуфера. Подключаю вход. Включил трек на компьютере. Добавляем громкость. Все работает. Будем собирать корпус. Что-то обнаружились вот такие вот провода оголенные, замотаны так изолентой. Ну так как у хозяина данного сабвуфера маленькие дети, они везде лазят, могут залезть и под напряжение попасть. Поэтому вот это уберу, это все сделаю, это все по-нормальному. Изоленты замотаны непонятного качества. Запаял провода, надел термоусадочку, обогреем термофеном, усадим усадочку. Также здесь надел термоусадку. Термоусадочную трубочку. Насадил термоусадочную трубочку. Теперь это вот так все красиво выглядит. Безопасно, красиво. Устанавливаем плату на место. Прикручиваем плату к корпусу. Плату прикрутили. Подключаем разъемы. Устанавливаем заднюю панель. И закручиваем саморезы. Вот так выглядит название Микролаб у него. Моделька M528. Сабвуфер собрал. Произвожу контрольное включение. Добавляем громкость. На этом все. Ремонт завершен. Отдаем хозяину. Пусть слушает, наслаждается музыкой. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.